Давай, 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 нет. А кого что убить кого? Походу. Слушай, а почему я писали, что взять его на аптечку? Полетим. Лети, лети. А. Давай, ты лети, лети. Что такое разгрузочка? Что лучше сойдет? СКС. Да, Азавр, зайди в команду, нажми галочку поставь. Да. Сейчас, погоди, у меня столько уведомлений этих пидиков. Ты просто в команду зайди. Комментарий к моему подстану всяким. Они пишут, мне типа можно я поиграю? Я не понимаю, где поиграю. С твоего ведома. Ты напиши парочку людям, скажи, откуда вы меня нашли. Они тебе объяснят. Может, ты где-то разместил свою рекламку. Руки базуки. Может, они думают, что ты руки базуки? Фанат. Так, Антон. Нажми. Я тебя не пригласил. Я тебе говорю, что ты должен в команду зайти, в голосовой чат, поставить галочку. Начать использовать мое потоковое видео, звук, голос. Голос. Ну потому что моим фолловером. Ну, отлично, Соло. Ты давай в команду зайди и сделай галочку. Нахуй меня тут катать. Давай, давай. Ну, как хочешь. Потом будете проситься, я вас всех кикану. Конечно, там платная будет подписка. По паспорту, по паспорту только будет. Да. Ну, давай, бери. Чё, где Гриша карьеру продолжит? Не знаешь, позабыл? Слышь, Зиземя, зайди в команду, чекни. Да, конечно. Ну вот, будет еще у тебя. Все, я включил, не волнуйся. Давай, давай, база. Че, в зону идем или куда? Давай, давай. Зародиться, ты главное нажимай галочку. Не понимаю, с какой стороны подъедешьтесь. Через горки надо ехать. Нет второго этажа.
Там горы, да? Антон, ну ты чего? Чё? Проехал Почему? через горы как-то? Нажал голос? Да и... Я могу На тебя стрелять или никто не что? смотрит. Да, стреляй, машешь с точки. Класс. Едем сюда. Здесь, конечно, зона уже 3 копейки. А народ еще. Ух, ебать, ух, без телефона. Давай с тачком пойдем. На даче, не на даче. Все, хоть самый наш напряженный, Алексей. Что же? Мы через мост поедем. На мосту обычно засада бывает. Может, прорвемся? Ну да. Побудимся-то. Можем здесь полутаться, если хочешь. Да вроде что-то есть, сразу сдохну. Тейкер, ну это игра для меня, вот тут реально по кустам надо шныриться, блядь. Конечно. А там еще видишь какая фигня, типа, на компьютере да, же сзади нас уже, кто играет, иногда типа не прогружается, у него там трава, и кто-то в траве ехал ползет, а О, трава добрый вечер, на давай дороге поехали играет. куда-то. Да мы лежали еще на траве, а мы поехали сразу через мост. Потом я с челом, блядь, я просто на шар, я начал в него стрелять, так, потом я с челом не выпадаю, он как-то тоже очередь удал. Катал начинается. Ага. Стрелять не буду, все равно не попаду. Xbox еще не готовы они. Картинка только у меня дергается. Картинка дергается. Там, когда я, кстати, ездил с Антоном тоже на мотоцикле, картинка очень дернулась. Ну, так и есть. Топу один сюда первый. Восемь живых осталось. Максим жесткий. Домах что ли шкерщится? Не, в кустах. Нет, возле дерева лежал.
Что я сделал? Еще и это вообще. Все, пизда спалилась. Сам виноват. Я до пушки тебе дошел. Иди. Бери что-нибудь. Пушки какие-то. Я не знаю, лучше они мои или нет. Пока. Что за покемон? А, это винтовочка. Походу елочку взял. А, это пулемет. Дегтярева. Энергетик, и не то. Тейкер, а ты с кем? А? Я один. Ты один? Давай очку. Рюкзак второй уровень. Здесь ничего нет, нормально. Валы, аптечек есть. Их тоже 4 штуки. Жилет нашел. От жилета. А вот тут не видно, да? Вот куда кто высаживается. Вот. Чисто могу в самолет заглянуть, сколько народу оставить. Ну да, смотришь, где там основная масса. Я хуй знает. Просто прыгаю на бок, не знаю. Потому что один хуй не видно. Фил тактики там никакой нет. Выжить надо и все. Будет ценой. О. Ссылки, что там, блядь, когда-то. Ну, не, ну.
Похуй. В мясо, сука. До земли тоже. Ни одного юмка. Нормально. О. Автомат Томпсон нужен. Блять, как быстрее приземлиться? Автомат Томпсона. Заебался висеть. Уже, блядь, аккаунт валяется. Говно еще валяется. Чего ты или нет? Прицелы? Не-а. Мечети есть. Мечета? Издалека пойдет. Да я знаю, что это такое. Ты на сидишь, хочешь что? Или слутаешься? Ты. Как вы знаешь, кто-то придет к нам? Как вы поймете, что там кто-то к нам едет? Чудом. Я ничего не слышу. Ну ты же глушня. Да-да-да. Как охуенно, когда много ништяков лежит, а ты без рюкзака, сука. Можно? Шесть можно. Сайга в последнее время мне пиздец как часто попадается. Сайга? Угу. Нахуй не нужно, нахуй не надо. Понятно, почему она неплохая, в принципе. Ну она ближняя. А чё по оружию, Алексей? М-ка, пистолетик. Какое-то ружьё. Какая?
куды? Я. Белая полоска. Полоска ила. Покрому ты ходи. Ну все, вынеслась. Ага, понял. Так, бери курс ниже, Алексей. Пойдем дома зашкиримся. Уже в полях, уже теплы. Причем вдвоем. А оба я разбудил. Все, я. Да, как вот ежик, ты не вылезь. Ой. Смотри, фокус тыкай. Видишь, какой я? Ты крутой. Ладный прикид. Мы тебе тут прячемся, что ли? Ясно. Зависла игра, как всегда. Вот взяли топ. Это классик. Поиграли, так я никого не убью, конечно. Самое интересное начинается, у меня вылет. Зашибись. Если этого убью, то я буду заходить. Сидите 4-0. С тобой выехали. Ясно. Каиды. Я не знаю, заметите или нет, но вы пока пробежали. Топовая игра. Ну пока такая же. Сейчас только терпеть. Да нашли, Алекс. Ну все, ясно. Отлично поиграл. Как всегда, я полчаса просто так бегал. Чтобы сдохнуть. Тоже сдох? Да. Ну все, уже не идет сегодня, чувствую. Были-то какие-то теперь не. Все ясно. Повылет из игры. До утра. Под утро возьму. А ты чуть при нас не взял. Да, блядь, это было. Кто мог взять ТБ, потому что мы стрелять не можем, как на ворожку боком. На шару не заебашь.
вот да, мне понравился. Я с него, блин, прям чувствовал вся сила. Пулемет тоже пиздатый ходит, Дегтярева. Он такой, блядь, мощный, этот субак. Чего ж хуевал, я у него не башил. Сука, не фу. А Димончик что-то молчит. Я пока 14 человек живых остался. Зона сузилась до нельзя. Да, да, вот такая она маленькая, сука, как. Наверху да, все ясно. О, так по нуля его остался. По моей мини-мич, конечно. Весбровича поворотить не могут, классика. С 0-0? Угу. 17-й командой. Йос Шалах. Любимый. Не забивает Салах, не забивает никто теперь. Где, блядь? Да, вот против автобуса нет приема у них. Пишет, что Филипп по Каутине 1-1 ушел 91-й и не забил. Красавчик. Ох, ебаный. Пусть нахуй идет в усу. Он идет в Москве. Зато, на, зато не пропустили. А то. Прицел подбирать, пидорас. Прицел 8x. Ну, как я поставить? Ебало, сон, сейчас пойдет, ставь такой кучу прицел. Бейкера убивают. Били меня, да я там, как всегда, залег, надо было зону ждать, пока двигаться. Неправильное действие, когда уже маленькая зона, лучше чуть постоять там, пока все убегут. А, 8x, короче, ДПД не ставится. Конечно. Так, ну чё я. На М-ку не ставится. И на все оружие, что ли? Чего? И на все оружие ставится? Ну там для свои прицелы, да. 8x, я так понимаю, на какие-нибудь эти. Там надо на снайперка, и там всякие такие. Фейли этот, как его, коряка. Что там, Лёха, спать пойдёшь? Ну да.
Ты тоже? Не знаю. Можно разок сыграть. Ты еще претендуешь на топ-1? А? Ладно, тоже надо спать идти. Ну, тогда пошли. Топ-10 взяли. Пусть Максим. Отлично. До свидос. О, мне что, кейс типа дали. А их смотри, получить новый ящик. Это там на компьютере можно типа продавать. Тут что можно делать? Их тут никак не продашь? Алло. Алло. Алло, алло.